Привет, сейчас покажу, как добавить новую запись. В нашей панели управления мы вверху, вот черная плашка, выбираем плюсик «Добавить запись». Первое, что нам необходимо сделать, это написать заголовок в самую первую очередь. Например, реабилитация после ада. Это будет название нашей статьи. Дальше мы вставляем наш текст, заранее заготовленный. Вот наш текст. Для того, чтобы вставить картинки, мы берем «Добавить медиафайл», «Загрузить файл», «Выбереть файл» и какой-нибудь. Это как пример карта. Вот у нас есть размер. Мы можем ставить миниатюру, можем полный. Ну, в принципе, миниатюры вполне достаточно. Выравнивание нет слева, по центру, справа. То есть мы поставим, допустим, эту картинку слева. Вот она у нас обтекает текст. Дальше мы хотим вторую картинку ставим. Обычно я ставлю на начале абзаца, а не в серединке. Добавить медиафайл. Допустим, добавляем из существующих картинок, например, вот эту. Тоже выбираем средний медиафайл, оставляем справа, ставить запись. Оно тоже у нас обтекает текст и получается красиво. Добавим еще одну картинку. Добавить, загрузить, выберите файл, допустим, вот франкийский опер. Загружается. Загрузилось, и ставим слева, например, средний, большой. В принципе, по большому счету, мы потом, ну, сейчас я покажу, как можно изменить размер изображения. Ставим большой, ставить запись. Вот она у нас большая. Мы нажимаем на саму картинку и уменьшаем до тех размеров, которые мы хотим, чтобы она была. Также показывает нам размер. Допустим, мы хотим сделать там 310 или 300, но не важно. Пусть будет вот так. Дальше. Вот это вот, ну как, это обязательные поля. Желательно сюда написать название. То есть реабилитация. Краткое описание. Это для поисковых систем будет. Реабилитация солдат. Чтобы оно было похожим на заголовок, ну немножко отличалось. Там у нас реабилитация после ада, а здесь у нас реабилитация солдат. После ада. Рекомендации. И лечение в наших центрах, к примеру. Достаточно. Для SEO названия этого вполне достаточно. Главное, чтобы оно было такое емким и понятным. Метаописание. Здесь же желательно написать побольше чего-нибудь. То есть реабилитация солдат в нашем центре. Ну, здесь надо писать именно краткое тезисное описание этой статьи. Реабилитация солдат в нашем центре при помощи благотворительных фондов, реальная помощь и лечение, много положительных отзывов в нашем центре. Все вполне достаточно. Есть, написали. Следующее, мы выбираем рубрики, то есть это у нас будет новости проекта либо полезные статьи, либо то и другое. В данном случае пусть это будет просто новость. По умолчанию оно выбирает новости проекта. Но если нам надо полезную статью, как мы думали, то тогда отмечаем полезные статьи.
пусть это будет новости проекта. Метки. Метки — это какие-то ключевые слова, которые желательно вставляют, то есть реабилитация. Ата. Все, достаточно. Миниатюра записи. Миниатюра записи, она отображается на превью наших новостей. То есть задать миниатюру. То есть пусть будет, возьмем Сережу, например. Пусть он будет тут за главного. Все. Этого вполне достаточно. Проверяем. Post options нам не надо. Ну, идет по умолчанию. Наша главная задача — поставить здесь текст, поставить картинки. Если вы хотите изменить справа налево, то вот нажимая на него, мы можем менять местоположение вправо. Для того, чтобы полностью, если картинка большая или какая-то очень информативная, то можно поставить посерединке. То есть оно будет без обтекания. Слева. И говорим опубликовать. Также можно было опубликовать, просмотреть. И вот теперь запись опубликована. Посмотреть. Это у нас миниатюра. Это у нас первая картинка. Это вторая картинка. Третья картинка. Если мы зайдем на главную страницу, то у нас в списках новостей будет вот то, что мы добавили в миниатюры. Ну, в принципе, все. Если мы возьмем новости центр, вот получается миниатюра, краткое описание, ну и так далее. Для того, чтобы удалить или редактировать, мы заходим на эту страничку. Вверху у нас редактировать запись. Мы можем ее удалить. Или поправить, или изменить. Все, мы удалили. В корзине у нас где запись? Корзина. Очистить корзину. Все. Черновики. Интересно. Ну, тут ничего нет. Все, спасибо. Если что, пиши, задавай вопрос.